Всем привет, меня зовут Татьяна Королева, и я успешно прошла курс Дарьи Петрик «Зеркальный мастер». Сейчас я вам кратко расскажу о всех плюсах и минусах этого курса. Плюсы. Содержание курса. Оно очень богатое и информативное, которое регулярно пополняется и обновляется. Возможность заработка во время обучения. Дарья дает возможность сделать более 8 картин, которые кроме дерева можно продать. Обратная связь. Куратор отвечает оперативно на все вопросы, даже если этот вопрос уже был задан неоднократно. Чат с единомышленниками, которые всегда готовы прийти на помощь и поддержать. Благодаря этому курсу вы начнете разбираться не только в искусстве, но и в строительных материалах. И, конечно же, основа курса – это освоение двух зеркальных техник – мозаика и вырезание зеркальных элементов. Минусы. Вам потребуется достаточно много свободного места для хранения материалов, поэтому подготовьте свое рабочее место заранее. Информации так много, что подготовьте столько же и времени для этого. Теперь вы знаете все плюсы и минусы данного курса. Решение принимать вам, а я пошла творить дальше.